never tried to diss. I'll put you in a third if a nigga moving sick. No, I ain't no R&B singer. No, I ain't no R&B nigga. Растет с каждым днем и с каждым годом все больше. Мы забронировали апартаменты, но мы не знаем, где наш хозяин, где наши апартаменты. Просто пытаемся понять, что происходит. И нас пустила какая-то женщина в подъезд. Спутанные мысли, спутанный рассказ. Но из положительных моментов мы зашли внутрь. Мы внутри чего-то. Но что будет с нами происходить дальше, неизвестно. Неизвестно. Что делать-то? Вон Таня там в зеркале. Да, Таня? Первый день Греции и греческий салат. Возможно, из этого получится хороший блог. Это микрокафе. Смотрите, микрокафе. Так мило. И рядом с микрокафе, внимание, крышки для туалетов. Мы вот сейчас сидим в душе. Заказали греческий салат. Я уже его доела. Таня тоже доела греческий салат. Льет дождь, поэтому погоды нет. Немножко погуляли, сейчас покушаем. Зайдем в Галаксис и пойдем на классы. Надеюсь, что нас пустят на эти классы. Ты идешь, ты непонятно по незрачной улице, под дождем, под какой-то вообще непонятной территорией, поворачиваешь налево, а тут бац, и новый отель. Прилетели мы с Таней в Афины на классы к Галине и к Янису. Какой итог? Галина со сломанной ногой, ее подчиненная упала в оморок. Янис дал такую хорягу, что я порвала штаны, а Таня посидела в боксе или кто на кортах. Но в целом, ребят, ходите на классы, очень круто, заряжает. И обязательно ездите вообще во всем странам, рвите штаны, как бы, и все нормально будет. Вот, да. Sorry, I'm not. На сегодня финальный день в Афинах, и наконец-то нас город встречает солнышком, и даже почти не холодно. Вы меня спрашивали про цены. Если вам будет хватать салата греческого и свежих овощей и фруктов, то в пределах 10 евро вы всегда можете ограничиться на обед, на завтрак, на ужин. Самовары, самовары. Вчера, например, я на обед кушала салат «Цезарь». Он довольно большой такой, там прям... Все есть, и он обошелся мне в 6 евро. Таня при этом взяла еще пиццу небольшую, и у нее она вышла, по-моему, на 5 евро, и, короче, в итоге у нее вышло 12 евро, так что 12 евро – это обед. Вчера сходили на классы, получили массу удовольствия, я порвала штаны,
с Харягом Янисом была такая огненная, что другого варианта у меня просто не оставалось. С травмами, с ссадинами, но с безумными эмоциями. Покидаем Афины и сегодня отправляемся в Утраки. Different stage now, she don't know how to breathe in a different space now. Got me here trying to go, now she in my face. Wow, see where the problem at? I hope she sees the good in me. Yeah, I just don't wanna stay here. I just wanted to fade out, faded off of my ass. How I don't really wanna say how. I don't want you to fall down. Body kicked that roundhouse, feeling like a disgrace. How? У нас тепло, солнечно, мы вот, я пью чай, Таня пьет кофе, я в кепке Монте-Карло, и еще вчера выключилось полностью электричество, потому что система не выдержала всех нагрузок, мы включили, потому что и кухню, и воду нагревали, и кондиционер включили, что-то еще включили, свет включили, у нас все вылетело, мы даже приглашали, звонили Андреасу, сказал, что типа вот одновременно может только 3 прибора, чтобы было. Танюха вообще вчера охренела, конечно, от всей этой ситуации. Все, на мази. Эксклюзив! Только для моего блога. Давай, 1, 2, 3, оп-оп, вдохнула быстренько и втянула в себя. Вот сейчас было хорошо. Больше никогда не буду болеть, никогда. Ну ничего, Варя, у меня есть спешл влог про тебя. Спешл, секретный влог. Настоящая жизнь без Барбары, Кармен Эниш Ферре. Просто два разряженных стрит-блогера. Я не знаю, это, наверное, нонсенс, что мы идем так по утракам, потому что, в принципе, это тихая, спокойная деревушка. Мы как бы вырядились, как два знакомых. Wanna ever see the other side? I can see through the smoke. I don't ever wanna see you cold. I just wanna know when. Do you ever hear me talking to yourself?